Это вилка. Она твердая. Это графин. В нем держат воду для питья. Это стол. На него кладут книжки и карандаши. Это венчик для взбивания. С его помощью готовят вкусный крем. Это скалка. Она деревянная. Это чайник. У него есть ручка, носик и крышка. Это ведро для мусора. Оно закрывается крышкой. Это банка. В ней хранят еду. Это веник. Его делают из соломы. Это поднос. Он может быть круглым, квадратным или овальным. Это сковорода. У нее есть ручка. Это салфетки. Они мягкие и легкие. Это стакан. Из него пьют водичку или компот. Это сахарница. На ней нарисован рисунок. Это кухонная доска. Она ровная и гладкая. Это стул. У него есть 4 ножки. Это кран. У него есть носик и ручки. Это тарелка. Она круглая и глубокая. Это миска. Она глубокая. Это нож. У него есть ручка. За нее держат, чтобы не поранить руку. Это умывальник. В нем моют посуду. Это холодильник. Внутри него холодно. Это чашка. Она станет горячей, если налить в нее чай. Это мочалка. Она легко вытирает воду. Это совок. Он легкий. Это термос. У него есть крышка. Это скатерть. На ней красивый рисунок. Это полотенце. Им вытирают посуду. Это мясорубка. Она тяжелая. Это кастрюля. В ней варят суп или компот. Это мелкая тарелка. У нее на донышке картинка. Это ложка. У нее маленький черпачок, чтобы поместился в рот. Это шкаф. В нем хранят еду, тарелки или чашки. Это дуршлаг. На его донышке дырочки. Это солонка. Ее ставят на стол. Это хлебница. В ней хранят хлеб. Это плита. На ней готовят еду. Это половник. Он твердый. Это спички. С одного конца на них круглая точечка, сера. Она легко горит. Это блюдце. На него ставят чашку. Это мыло. Если его намочить, оно становится скользким. Это вилка. У нее есть ручка и зубцы.